Как официальный представитель Эдриана, я должен прочитать вам его завещание. Цитирую. «Сесилия, я понимаю, что наши отношения были далеки от идеала, но ты могла бы просто поговорить со мной вместо того, чтобы сбегать». Как ты? Что с ним случилось? Он вскрыл себе вены. Согласно его завещанию, вы получите 5 миллионов долларов. Но есть одно условие. Если вас признают психически нездоровой, завещание теряет свою силу. Это какой-то бред. Почему? Эдриан не стал бы себя убивать. Слушай, ты наконец-то свободна от него. Перестань себя мучить. Кто здесь? Страшно. Эдриан мертв. Почему ты продолжаешь его бояться? Он был социопатом. Контролировал каждый мой шаг, каждое действие. Говорил, что где бы я ни спряталась, он все равно найдет меня. Будет стоять рядом, а я его даже не увижу. Что случилось? В кресле кто-то сидит. Я нашла доказательство, что он до сих пор преследует меня. Тебе явно нужна помощь, Эдриан мертв. Я была в его доме сегодня. Он точно жив. Его прах в урне с вами не согласился бы. Не знаю как, но Эдриан стал невидимкой. И получив такую сверхспособность, он не смог придумать ничего умнее, чем издеваться над вами даже после своей смерти. Эдриан искусно манипулировал чужим сознанием. Ближе не подходи! Стой! Я не сумасшедшая. Пожалуйста, выслушайте меня! Вы утверждаете, что человек, пытающийся вас убить, сейчас находится в этой комнате, но мы его не видим. Он вас слышит. Где ты? Где ты? Покажись! Ну давай! Ну же! Попался! Человек-невидимка. В кино с 26 марта.